Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Ну что, сегодня на дворе у нас 6 января. Сочельник на носу. Я наконец-то определилась с сортами, которые я посажу в сезоне 2024. Для облегчения немножко себе задачи я делаю экселевскую таблицу, в которой я распределяю, куда, какие сорта я буду сажать. Первая таблица – это у меня большая теплица, вторая – это маленькая теплица, третья строчка – это у меня открытый грунт. Каждого сорта я буду сажать строго по одной штучке. В итоге у меня выходит где-то 230 с лишним сортов. 235, если я не ошибаюсь. Вот, не знаю, куда это буду все размещать в огороде, но решила, что посажу все эти сорта. Также у меня еще есть отдельно список напечатанный просто. Вот и сейчас вот сидим с супругом, сверяем, что я ошиблась, что я не ошиблась. Посмотрите, какое огромное количество семян. Сейчас вот эту вот груду пакетиков мы по вордовской таблице будем распределять по кучкам. Маленькая теплица, большая теплица и открытый грунт. Так что работы предстоит много, а потом в середине февраля начнутся мои первые посевы. Полдня я воевала со списками, что-то редактировала, что-то добавляла, что-то убирала. Вот тут у меня то зачеркнуто, все вот отмечено. Помечено у меня галочка, это значит большая теплица. Кружочек, это значит маленькая теплица. Крестик, это у меня открытый грунт. И вот разложила их также по пакетикам. То есть одна теплица, вторая теплица и открытый грунт у меня. Весь список сортов, которые я буду высаживать в сезоне 2024, я оставлю под видео. Список очень внушительный. Вот. Ну, а что касается уже семян, это будет зависеть все, какие томаты у меня взойдут, какие не взойдут, какие дадут плоды. Ну, в общем, по итогам сезона уже будем смотреть.